150 пожеланий Уссурийску в год юбилея подарят дети нашего города. В Центре народного творчества проходит акция для мальчишек и девчонок. Участвовать могут дети до 10 лет, которые занимаются в кружках, дошкольных, клубных и образовательных учреждениях. Для этого нужно ввести ладошку на цветной бумаге и написать пожелание любимому городу. Также можно индивидуально украсить свое послание. В день празднования дня рождения города цветные ладошки привяжут к 150 гелевым шарам. С этими шарами пройдет шествие красивое по городу в день 10 сентября, в день нашего любимого города, юбилейного года. А затем уже в определенный момент все эти шары вместе с пожеланиями от деточек взметнутся в небо.